Девчонки, всем огромный привет! В сегодняшнем видео хочу показать свои подарки на день рождения. У меня был день рождения, мне исполнилось 39 лет. Подарили мне деньги. Вообще мы обычно спрашиваем, что кому нужно на день рождения, на Рождество, чтобы не подарить какую-то вещь, которая не нужна, мы спрашиваем. Если мы не знаем, что, если мы сами не знаем, что нам хочется, то нам обычно дарят деньги. И нам, и мы дарим деньги. Вот, в этот раз я получила деньги. Что, кроме Ромы с Марселем? Рома и Марсель подарили мне подарок. Ну, давайте я тогда с него и начну. Я вот все свои видео на YouTube снимаю на телефон. Мне так удобно, мне так нравится. Это все быстро происходит. И также обрабатываю я это все в телефоне. Также мне это нравится, удобно, быстро. И вроде бы качество видео неплохое. Но Марсель всегда мне говорит: мам, ты снимаешь влоги, видео, ты ездишь в отпуск, тебе пора уже покупать камеру, хорошую камеру. И я начала так, ну, не то что прислушиваться, а начала понимать, что действительно, вот так приват дома, в огороде, себя лично, или там где-то у кого-то, я могу и на телефон снять. А вот в отпуске, мне кажется, было бы лучше и удобнее мне ходить с камерой, так как и стабилизация лучше. И почему-то я начала так понимать, что действительно, а почему бы мне не приобрести камеру? Вот, и поэтому Рома с Марселькой подарили мне на день рождения камеру. Она очень компактная, удобная, маленькая, с микрофоном. В отпуске, если я буду снимать отели, пляж, территорию, будет меня и слышно хорошо. Вот такая вот маленькая, удобная камера. Я напишу название, как она называется. Вот так включается. Все. И вот уже экранчик здесь, видно то, что я снимаю. Вот эта вот головка поворачивается. Так, подождите секундочку. Все, и она перевернулась, и мне не нужно камеру вот так переворачивать, то есть нажимается здесь кнопочка, и вот эта вот головка, камера сама переворачивается. Звук у этой камеры со всех четырех сторон, ну, у нее очень много прибамбасов, но это, я думаю, никому не интересно. Факт то, что мне Рома с Марселькой подарили вот эту камеру. Вот, все, выключила. Вот такой вот это подарок. Единственное, что у этой камеры, я давно ее смотрела, они знали, что мне покупать, они знали, какую мне камеру дарить, потому что снимаю я, и я как бы сама ее уже и выбрала. Получила я эту камеру месяц назад. Почему не именно на свой день рождения? Потому что эта камера была по скидке, так она стоит, ну она хорошо стоит. Вот, она была по скидке, они мне ее купили, и я должна была ее раскрыть, посмотреть, проверить, как она снимает, чтобы, если что, по горячим сразу, там, говоря, ну, следам, я ее могла сдать. Но она отличная, хорошая. Единственное, что минус у этой камеры, это батарейка. Очень плохая батарейка. То есть, если на хороший квалитет ее снимать, то ее хватает на минут 40. Если на средний квалитет, ну, 2 часа. Поэтому я себе заказала специально такой пауэрбэнк. Он хороший. Он идет, он, наверное, уже недели 3. Как придет, я потом обязательно покажу. И этой камеры я буду снимать только в отпуска. Все, это вот первый подарок. Я лично себе тоже делаю подарки. И повода, и без повода, неважно. Но на день рождения я себе тоже делаю подарки. Поэтому в этом году я себе купила новый купальник на свой день рождения. Вот такой яркий купальник я теперь себя приучила покупать только с Кальцедония, потому что там купальники хорошие, не выгорают и хватает надолго. Повторю, что с Отто возьмешь, заплатишь бешеные деньги, а тебе его хватает на один сезон, потому что они выгорают. С Отто купальники выгорают. Вот я себе купила вот такой вот яркий, красивый, прям, знаете, вот на загорело, ну, тело, которое загорелое будет, вообще будет шикарное. Вот, и такой же верх. Вверх мне понравились вот такие вот чашечки. Очень хорошо грудь смотрится. В общем, вот такие труселя. И вот такие чашечки. Прям шикарный купальник. Мне нравится. Он яркий, красивый для лета, для отпуска, само то. Вот.
Теперь все, теперь это вот подарки был мой подарок самой себе, подарок от Ромы и Марселя, и теперь подарки те, которые я купила на деньги. Мама доила с папой мне деньги, я купила себе 2 стула в огород и 2 подушки. Даже выйду на улицу и покажу вам эти стулья. Ну, вдруг кто-то не видел. Все же может быть. Я сначала купила 1 стул и подушку на этот стул. Потом я так подумала, а не купить ли мне еще 1 стул? Вот, в общем, вот они, эти 2 стула. Стул очень удобный. Стоил 20, да, по-моему, евро, да. Вот один стул, второй стул. И вот здесь вот у меня вот эти вот подушки. Подушки вот такой вот раскраски. Тоже 2 штуки. Деньги у меня остались, я их убрала, думаю, что-нибудь потом куплю. Потом вспомнила, что я хотела бы охотно к вот этим вот своим сережкам, которые я покупала давно сама себе, какой-нибудь кулончик. И я вот этот вот выбрала себе кулончик. Он идеально сюда подходит. Повторюсь, что этот кулончик для браслета, не для цепочки, потому что он с таким карабином. Я его прибабахала сюда. И тоже неплохо смотрится. Вот такой вот у меня получился подарок. Подвеска и 2 стула с подушками. Вот. Теперь, что я купила еще? На другие деньги я уже купила. Я как-то вам показывала, что себе, по-моему, это было в том году, выписывала обувь вот такой вот яркой окраски. Вот такой вот яркой. Это не детские, нет. Может, кто-то подумает, яркие, значит, детские. Нет, они женские, для взрослых. Вот такие вот яркие, классные кроссовки. Я их себе вот выписывала, это были Nike. И я уже почти их оставила, я уже посылку запаковала, те вещи, которые я не хотела оставлять, запаковала, все. Что-то потом мне тут замкнуло, и я коробку опять раскрыла, и шу, которые вот были Nike, такой же раскраски, опять запаковала. Не знаю почему, в общем, отправила. И в этот раз я на деньги, они дешевле, намного дешевле, это Adidas, они дешевле, и в общем... Я решила, что мне надо вот такие вот взять. Такие Adidas. Они очень удобные. Вот правда, очень удобные. Действительно очень удобные. Они такие удобные, что я подумала, что а почему бы мне не поискать их в интернете и не заказать такие кроссовки другой расцветки. Это уже за мой счет. Это не подарок, ничего. Подарок был вот этот вот, на который я купила. И думаю, найду я. И я нашла. Я нашла такие черные и такие белые. И я такие заказала. Они пришли. Сейчас мы с вами раскроем. Вот он. В общем, это очередной подарок. Сейчас будет шум. Слышите? Это у нас дорогу чистят. Вот бывает от бордюров. Между дорогой и бордюрами. Вот сейчас грязь скапливается. И у нас постоянно... Ну, наверное, в неделю 3-4 раза вот проезжает машина по нашей улице и чистит эти бордюры. В общем, раскрываю посылку. Вот она. И здесь вот эти вот кроссовки. Белые и черные. И в каком-то видео, наверное, в предпоследнем видео я вам рассказывала, что заказала себе кепки. Кепки вообще, знаете, я начала носить тогда, когда стала заниматься спортом на улице. Заниматься бегом. А так до этого я никогда кепки не одевала. А сейчас почему-то я их полюбила. Я даже их одеваю просто так. Могу в магазин поехать кепку одеть. Ну, чтобы все, конечно, подходило. Могу спокойно одеть. Все. Вот она. Посылочка. Опа. Когда Марселька был маленький, он всегда вот эти вот штуки хлопал. И такой... звук получался. Ну, ему нравилось это. Вот, смотрите. Это какой сейчас у меня? Где? А, вот, это беленький. Такие же кроссовки, только белые. Ну, девчонки, ну, правда, они прям хорошенькие. И очень удобно сидят на ноге.
И недорогие, недорогие. Они, по-моему, 40 евро. 40 или 50 евро стоят. А может быть, я и вру. А может быть, и вру. Так, девчонки, цвет не понимаю тут какой, тут цвета нет. Какая-то одна обувь 63 евро и какая-то вторая 71. Без понятия какая. В общем, вот такая вот красотень. Так, и вот они черные. Черные, скорее всего, я буду одевать на работу. Черные такие маленькие кажутся. Вроде бы размер одинаковый брала. В общем, вот они черные. Очень удобные кроссовки. Ну вот просто очень. Вот. Ну, конечно, я потом это все померяю. Но я думаю, они будут такие же удобные, как и вот эти вот розовые. Ну и теперь кепки, девчонки. Вот они про этот знак, про который я говорила, про который я вообще ничего не соображаю. Вот, кепка. Вот такая вот ярко-ярко-розовая. Сейчас мы посмотрим, как она на мне сядет. Нет, она мне маленькая. Надо раздвинуть чуть-чуть. Чуть-чуть надо раздвинуть. Ту зеленую я отправила, которую я выписывала зеленую, я ее отправила. Ну что, девчонки, смотрите. Классная кепка, да? В общем, такая вот теперь у меня яркая будет. Вот такая розовая. Вот такая черная и белая. Черная с таким же значком, только он тоже черного цвета. В общем, мне нравится. И мне надо вообще еще чуть-чуть. Эти дуреют, с ума сходят. Все, вот сейчас нормально. Да, вот сейчас нормально. Все. И кепки люблю, чтобы вот этот вот козырек был вот прям вот чуть ли не овальный. Есть вот такие вот. Я такие не люблю кепки. Все. Красота. Вот смотрите, вот этот вот, девчонки, и купальник. Вообще крутяк. И те, которые я покупала в Таку, я их, конечно, тоже буду одевать. Это понятное дело. Вот, ну все, девчонки, вот они все мои подарки. Ну, а я на этом с вами буду прощаться. Всем большое спасибо за лайки, за комментарии. Пишите, что понравилось вам. Как вы дарите подарки, спрашиваете, не спрашиваете, дарите то, что вы считаете нужным. Пишите, мне будет интересно. Всем большое спасибо. Пока-пока.